Шотландию настигла беспрецедентная морская тепловая волна. Это необычное явление угрожает рыболовному хозяйству, аквакультуре и прибрежным экосистемам. Начиная с марта отмечается массовая гибель морских обитателей. На лососевых фермах резкое повышение температуры на 4 градуса привело к нашествию морских вшей. В ходе недавней инспекции на 5 хозяйствах рыба была покрыта паразитами. Marine heat waves are becoming more frequent, which creates this optimal breeding reservoir for sea lice to rampantly reproduce. And these are the things that eat the skin, the mucus, the blood of the salmon. And, you know, these can expel out into the wider environment in their millions. Морскими вшами называют мелких веслоногих рачков. Установлено, что рост их популяции связан с нагреванием мирового океана. 2022 was a record-breaking year with salmon deaths doubling. This year the outlook is even grimmer. An alarming 8.9 million fish have been reported as dead on Scottish salmon farms in 2023 already. Если раньше считалось, что разведение лосося в неволе способствует восстановлению популяции дикой рыбы, то теперь морские вши заражают молоть, когда лосось выходит из рек в море и проходит мимо ферм. Of course, the complexities become more apparent. And right now, the numbers and size of wild salmon continue to drop. It's tragic. Представители индустрии заявляют, что их приоритетом является благополучие рыбы и что они готовы применять передовые технологии для борьбы с морскими вшами и другими угрозами. Например, в теплых водах обитают полчища медуз, которые нападают на лосося. Из-за обильного цветения фитопланктона происходит истощение кислорода в воде, из-за этого гибнет рыба. Во всем мире нынешнее повышение температуры океана стало испытанием для морских экосистем и аквакультуры. Any sudden big rise that gets beyond what the animals are used to can cause stress to the point where they will die. We could see mass mortality of aquaculture, whether they be fish or shellfish. В этом году погибла четверть всего выращиваемого на фермах лосося, и несмотря на поиск инновационных решений, глобальная проблема повышения температуры моря, несомненно, продолжит оказывать влияние на рыб и тех, кто их разводит.